Слушайте, многие говорят, что Apple не поддерживает старые телефоны свои. И вот только что, совсем недавно, пришло обновление на iPhone 5s. Автоматическое обновление ПО. Доступно обновление 12.4.3.0. Оно будет установлено сегодня ночью. Конечно, нету тут, давайте прямо сейчас установим, нету тут обновлений 13-й, до 13-й версии, но... Видите, регулярно выходят обычные вот такие вот обновления. Так что это классно, это очень классно, это вообще замечательно, это супер. Ну что ж, обновление установилось. Вот, как видим. 12.4.3, ну и надо заметить, что для конца 2019 года все работает достаточно быстро. Так что, несмотря даже на то, что телефону уже сколько лет, там лет 6. Ютубчик и все остальные приложения работают достаточно быстро.